These turkeys are great fun. They are very vocal if you clap. Вони вам розказуєте, закрийте рот. Так, ні, брехло. Закрийте рот, брехло. Ано, ви. При вас газ був 850 і мінімальна зарплата 300. Два. Ні, два. Демократія – это выбор большинства и меньшинства, да, давно, давно подчинился выбору, понимаете? Ни, Максима, ни. Нет, демократия, если выбор, если мы говорим об избирательной системе, да, всегда 50 плюс, демократия плюс один голос, то ты побеждаешь. Другая Максима, часть должна к этому подчиниться. Демократия, если общество незрелое... Даже садиться я готов за стол встретиться с невозможно, говорит, говорит. Понимаете? Что говорит невозможно Путин? Встречаться нам не о чем. На Донбассе наших военных нет. Крым обсуждать мы не, не будем. Не встречайтесь. Мы можем. Давайте Зеленский не против. Я не слышал этих условий, господа. Не где? Берите. Не где? Берите ничего. Подождите, вам люди сейчас придут эти 80% и скажут свое мнение. То, Алексей, что? Вы чуете, про что они в 19-м роте ничего за Россию Донбасс, не сделали? Донбасс, как бы, Максим, все. 19, ну, тогда, конечно, так можно сказать. Это вы выдумали сами, такого нет. Вы не, я вам привел вот пример. Зачем это нужно? Логика. В чем логика России продать газ нам? Я не представляю Зеленського, що ви на мене показуєте. А я Порошенка не представляю. Все, 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 все. Ви виграли суд, хоча раніше, наприклад, програли 11 мільярдів. Гроші? Нема. Велике будівництво, велике ресторанів. Та вони таки не прийшли до України, от чому справа. Зарплати мусорам, зарплати чиновникам і інші піар-проекти. Ці гроші не прийшли в Україну. Вони собі премії зробили. 36 мільярдів прийшли в Україну. Юридичні компанії наперед заплатили. Це правда. Ну, ні, ні, це ж не А можна це про питання, які людей? Закрийте рот. Можна, ви вже знаєте, пане Павле. Закрийте рот. Шановні ці політики збираються вести Україну в НАТО. Ці політики збираються вести Україну в НАТО. Тарифи людям розкажуть. Про це. Панове! Тепер зрозуміло, що закрийте рота всі, будь ласка. Fabulous. I'm Stuart. And a turkey farm in Essex. Thank you. Good luck. My IFP has dropped.